Исен, мы с эфирда ёмалықлар шығарылышы студияда Лилия Гатина олға таба қой бір темалар тұрында қысқаша. Узбекистан кляргашингу армия сна кушалага шоло холка контракт бунча харби хазмет туранда нерселер бле. Жонгар хатлагу силер хам сурсиан рухна кутерелер харби хазмет кер баларга хатлар язганышун рахмет билдирде. Игрелер, сикрелер, жарахатлер, ололар, табиплар, кузетулер, буинша, нехмне, жейкны, болар, ешкана, ингенулер, хам түрлі сыну, жарахатлер, ола. Мұны үшін оңлатмалар бор, жейкны, болар, йолыйте. Олар урамда кубрек вақыт уткерелер. Бүгін біздің тышыру түркімі камы болар медицины узегін дэ булды, хам еш пациентлар бен оралашты. Кышки ходишь как-нибудь? Футбол посещал. Сегіз ешлік әмір футболшы боларға қиялана, лекін оңа ояққа басарға керек. Молай бірінші топқыршынды жидді жері қат ола. Туған шахарында Менделеевскіда самокатта шуғанда ол иығыла. Мы даже и не поняли сразу, что у него перелом. Дочка потом сказала, мама говорит, у него рука сломана. Он был у нас в длинной кофте и сильно не видно было. Потом, когда вот уже в машину он сел, когда мы его... Домой повезли, я за ним приехала. Уже видно было, что у него вот здесь такой бугорок. Молайның кулы сынған болып шыға, камы балар медицины узегіне ол 23 июнде кірі. Бүгін оңа операция ясадылар. Руку сломал. И этот... И болечек много появилось теперь. На груди, на локте вот этом и на коленях. Балалар ешқына жирахатларыны урамда олады белгілі бүті табиплар. День обращения в травмпункте происходит до 120-110. Да. Ну, и естественно, у нас тоже в отделение попадает они очень много пациентов, которые травмировались на улице. Они травмируются в основном с велосипедов, самокатах, да, и вот в основном вот они... Вот эти виды травм, да. Медицина хизметкерлері күніне урташа 2-3 операция өткере. Бу исемлікні туыландырмаз үшін табиплар боларға соқлағыш амуниция киерге кенгеш ете. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадзинова, Кирил Хабзей, яңалықлар. Узбекистан кляргашингу армия сна кушалагас шолда шунды шитлар эленіп тұралар. Барсыда махсус харби операцияға бағышланған. Біздің тышыру түркімі кішкіне эксперимент ясарға болды. Шоллы холқы контракт бойынша харби хизмет турында нәрселер біле. Барсында олдағы материалда сөйлер біз. Бирде жинтеклеп язылған шоғымдағы елінің 31 июльде қадар Татарстанда харби хизметке контракт түзгенде бір топқыр беріле тұрған төлеу 1 миллион сумға қадар тәшкіл ете. Во всех подъездах, лифтах информация, причем мы ее оперативно меняем при изменении каких-нибудь там данных, особенностей цифр стимуляции. Буклетная печатная информация в городе постоянно выделяются средства на эти дела. Работают волонтеры по торговым точкам, по торговым кварталам. Ну, в общем, информирование идет максимально в полном объеме. Бұйынды 32-ші комплекс шетті харбилер сүретленген мұнды плакатлар шахарда орнаштырылған. Мұны тоғын электрон варианта ол энергетик мәдәниет юрты қоршында орнашқан. Мұнда контракт мұнша қызмет турында бірнеше ролик әйләне. Барсыда ашы қысқаша ғады етіп оңлатыла. Әші олар контракт мұнша қызмет еті турында нәрселер біле. Что единовременно миллион вроде бы сейчас, а ежемесячно 210. Ничего не слышал. Нет, пока ничего не слышал. Интересно. Мы прочитали нечаянно в лифту, что значит, выросла стоимость контрактной службы до 1 000 000 рублей. В новостях пишут, что до 31 июля, я так поняла, по 1 000 000 дает, если кто контракт заключит. Шолда контракт бойынша харби хизмет турында көп кіне реклама шитлары хам плакатлар бар. Шуңа көре шахар халқының көбісі бұл хақта хабардар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадзинова, Кирил Хабзей, яңалықлар. Жонға рәхәтлігі стилер хам суғышшан рухны көтерелер бабуын қушаматлы харби хизметкер 43-ші мектеп оқушылары білен ұшырашты. Салдатға ход акциясы қысаларында олар мақсус операция зонысына ходлар язғанлар. Гуманитар ерден білен бірге ходлар суғышшылар хизмет еткен полка қадар барып жете. Хазір ол шолда қысқа вақытлы елда. Біздің тышыру түркімі де оның білен ұшырашты.
Бабон Кушаматлы харби хизмәткәр оқушылар белән очрашуга буш кул белән килмәгән бергә ул темтымнар уен картасы кинотеатр сертификатлары салынган пакет әзерләгән. Шулай итеп сугышчы һәм аның хезмәттәшләре мәктәп оқушыларына хатларында яхшы теләкләре өчен рәхмәт белдергә карар итәләр. Ребят, мы выбрали случайно, а вообще пошли, чтобы как бы стимул ребята не теряли, также держали этот и нас поддерживали, и как бы вместе. Они стараются тут, мы стараемся там. Мы делаем общее дело. Бабон Кушаматлы харби хезмәткәрнең сүзләренчә, хатлар, открыткалар, рәсемнәр Россиянең төрле почмакларыннан килә, әмма иң күп язучылар Татарстан балаларыннан килеп ирешә. Я написал пожелание солдату, чтобы он был всегда счастлив, всегда оставался добрым и жизни радостным. И в этом письме я нарисовал голубя с ленточкой, что означает мир. Большое спасибо педагогам за патриотичное воспитание детей. Огромная благодарность родителям за то, что они воспитывают в детях правильные мысли, правильное направление. Дети чтят память своих предков и поддерживают сейчас наших ребят. Балалардан тыш хәрбиләргә шәһәр һәм волонтерлар да ярдәм итә. Алар азык-төлек, коры душ, газ баллоннары җибәрәләр, спонсорлар эзлиләр, контракт буенча хезмәт итүчеләргә дә ярдәм күрсәтелә. Әгәр килешү Татарстанда имзаланган икән, 505 мең сум акча, 195 мең сум Россия обороны министрлыгыннан бирелә. Бер тапкыр бирелә торган гомуми сумма 1 000 000 сумга җитәргә мөмкин. Бу ел ахырына кадәр контракт төзүчеләргә кагыла. Лилия Гатина, Ләйсән Габдрашитова, Артем Колесов, яңалыклар. Шолда Беларус ая киімнәрі һәм түрік текстилі ярминкәсі барлық сезонлар үшін иратлар һәм хатын қызлар үшін бірнеше 100 пар ая киімнәрі. Шолай ук мүндәрләр, юрған һәм башқаларыны Муса Жәлил урамы 55Б үзәкірәт сәуде үзәгі, әлекегі балалар дүниясы бинасы адресы бойынша сатып алырға мүмкін. Хәзер түрік текстиль артынан шетелге ашарға керек, мүшінкі қояшлы Түркияда Билек шәһәрендә жетіштірілген комплектларына яр шолыда да табарға мүмкін. Состав ткани для постельного белья полностью натуральный. Здесь присутствуют только хлопковые нити высокого качества. Для пошива постельного белья используются полотна с плотностью расположения нитей 120-150 грамм на квадратный метр, что обеспечивает хорошую мягкость и прочность белья. Легко поддается глажке и делает ваш сон приятным и комфортным. Күргәзмәдә түрік тукымасының күп төрле ассортименты тәкъдим ителән. Одеял һәм мендәрләр, карават комплектлары, плетлар һәм башкалар, күп кенә шоулар аларның сыйфатын һәм уңайлыкларын бәяләргә өлгергән инде. Вчера по совету продавца приобрел себе подушку. Сказали, что она снимает стресс и дает возможность хорошо выспаться. Думал, то, что шутят. Но действительно, проснулся полный энергии и сил, решил приобрести себе еще 4 подушки. Себе, маме, подушки очень отличные, всем советую. Шулай ук шулы халкы үзләрен Беларусиядан килгән сыйфатлы уңайлы һәм ышанычлы ая киемнәре белән дә сөендерә ала. Ир-атлар һәм хатын-кызлар коллекциясының зур сайлау мөмкинлеге беркемне дә битараф калдырмаячак. Вообще белорусская обувь нравится многим. Мы почему и пришли, вот искали, где еще есть белорусская обувь. Почему-то не нам, ну, может быть, люди не знают еще, не нашли. Вот пока вот единственный магазин, вот мы вернулись опять сюда и все-таки купили здесь. Беларус ая киімнәрен һәм Түркия тукымаларын сатып алырга ашыгыз. Адресы Муса Жәлил урамы 55Б, Үзәкрәт сәүде үзәге, элекеге балалар дөньясы бинасы. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән ими булыгыз. Межгород поездки или доставка. Качай приложение Тектранспорт. Бронируй поездки в режиме онлайн. Однозначно оценишь понятный дизайн. Быстро, комфортно и в любой день. Поездки межгород доступны всем. Звездочка 701, если транспорт необходим. Аттестованная и аккредитованная лаборатория ООО «Аттестационный пункт «Надежность» проводит механические испытания, металлографический и химический анализ металла, определение марки стали. Телефон 70 76 20.